Министр здравоохранения Солидат Каирбекова прибыла с рабочим визитом в Усть-Каменогорск. Посетив ряд больниц, амбулаторий и медицинских центров, пообщавшись с пациентами и их лечащими врачами, министр узнала об основных нуждах местных учреждений здравоохранения. Главной проблемой по-прежнему остается острая нехватка кадров. Пути выхода из сложившейся ситуации, а также перспективы развития отрасли в регионе, Солидат Каирбекова обсудила с главными врачами и местными чиновниками. Сегодня есть четкий учет тех выпускников, которые уже приедут сюда, которые будут работать и кто на какой площадке будет работать. Сегодня управление здравоохранения на местах этим вплотную занимается. Мы готовим кадры, мы их направляем. Я всегда говорю, дело местных исполнительных органов, удержать эти кадры.